Привет всем, ребят! С вами Разу, и в этом видео я хочу рассказать, как же накрутить себе подписчиков, разных лайков и просмотров на YouTube совершенно бесплатно и без всяких скачиваний программ. Да, это реально, ребят. Наверное, кто-то слышал, наверное, каждый даже, может быть, слышал о системе O-Like. Ну, о ней я позже запишу видео, так что этот сайт действует как O-Like. Переходим по ссылке, ссылку я оставлю в описании. Регистрируемся. Регистрация простая. Вводите свой email-адрес, свой пароль, повторяете свой пароль. Вводите капту, ну, каптач, код. С картинки. А дальше вам придет на мыло письмо с подтверждением. Вы должны будете подтвердить свой аккаунт, ввести свои регистрационные данные и залогиниться. Так вот, попадаем мы на такую вот страничку. Что же здесь надо делать? В моих сайтах у меня уже есть моя страница, как бы мой канал. Но это канал не вот этот, не мой основной, а, по-моему, старый. Ну, так как я, по-моему, накрутил на втором канале себе где-то 300 подписчиков, потом там уже сама все понеслась. Пока что я не пользуюсь. Вот, заходите на этот сайт, сайт page, то есть добавить страницу или сайт. Выбираете тип, нам нужны или подписчики, или лайки, или просмотр. Ну, просмотр, кстати, немного тупо здесь. Лучше, вот как я советую, лучше пользоваться просто подписчиками. Здесь вводите свое имя, допустим, там Ололоша. Вот, канал It, то есть... Копируете вот эту вот ссылку без вот этих фетур, мхи, короче, вот. Копируете, вставляете. Здесь ничего не трогаете, а вот здесь вставляете цену, какую вам... Ну, короче, вот у меня сейчас 5 поинтов. Если я установлю 5 поинтов именно на этот канал, у меня снимутся эти 5 поинтов, и ко мне подпишется один подписчик. Ну, за 5 поинтов в основном никто не подписывается, так что надо ставить от, ну, от 7 до 9, где-то так, в этом интервале. Ставите 8, я всегда ставлю 8, среднюю такую количество. Вот, и нажимаем, как мы все сделали, вот, у нас появится в моих сайтах раздел с вашим добавленным сайтом или страничкой. Вот тут мы можем посмотреть о нем информацию, в любой момент изменить, удалить и так далее. Ну, думаю, тут все разберетесь, и вам не так уж и важно это. Просто главное добавить. И вот что делаем дальше. Дальше переходим на YouTube Subscribe. Тут мы видим you will get 9 points for subscribing. То есть мы получим 9 очков за то, что мы подпишемся на какой-нибудь канал. Что мы делаем? Мы нажимаем subscribe, у нас открывается окно, нажимаем подписаться, закрываем и ждем. Вот, 9 points added, то есть мы получили 9 поинтов. Вот видите, у нас 14 поинтов. Сейчас у меня 1450 подписчиков. Обновим, но видите, никто пока не подписывается. В основном они... всегда подписываются. Ну, и вот так вот мы зарабатываем. Сколько сейчас? Еще 9 очков. Вот, видите, некоторые по 9 очков платят прям. Вот, зарабатываем вот так вот себе. Зарабатываем очки. Видите, уже 32 очка. Но, правда, я в первые дни я пытался зарабатывать около 300 очков, даже больше. Прям флудил в основном я на этом сайте. Ну, давайте сейчас до 100 очков дойдем.
Недолго, думаю. А, и главное, если у вас интернет такой лажовый, то быстро не закрывайте вот это вот окошко, которое высвечивается. Иначе вам могут не зачислить. Вот 76 очков, сейчас последние очки. Вот видите, я очень быстро закрыл, мне не зачислились 8 очков. Но уже. Понятно. Вот так вот. Восемьдесят четыре. И давай 90 там с чем-то должно быть. И сейчас посмотрим. Вот, смотрите, видите, уже плюс 3 подписчика. То есть сейчас я добью все-таки до 100. 92. И вот, прям ровно будет 100. На меня кто-то подписался сейчас и не добавилось. Подписывается тут в основном как и из Европы, так вообще со всех уголков, можно сказать. И, кстати, вот, как если у вас есть партнерская программа, то каждый человек, если, как сказать, просмотр от канадца, допустим, намного больше ценится. А, ну вот, все, у нас 114 есть, все, хватит. Просмотр от канадца или там китайца намного больше ценится, чем обычный просмотр от наших русских, допустим, людей. Вот 1455 на 1455 подписчиков, то есть 5 подписчиков мы накрутили более чем за 1 минуту. Я думаю, это хороший способ, но правда мне, если честно, так лень вот каждый раз себе накручивать. У меня уже пошел как автоматическая накрутка, то есть подписчики на меня уже сами как бы подписываются из-за того, что мой круг видео как бы интересен. Вот. Ну, иногда могу так тоже побаловаться, по добавлять там подписчиков. Но что самое интересное, за это не банят. Вы не бойтесь, за это не забанят никак. За этим даже пользуются те люди, у которых есть партнерская программа. Ну, партнерская программа, они в основном пользуются тогда, а они пользуются накруткой просмотров на том сайте. Вот и все, что можно сказать. Ссылка будет в описании на этот сайт. Думаю, я все понятно объяснил. Все, спасибо и до свидания. До новых встреч.